dream come true. Девчонки, чтоб на рис!
домой, дом уютный и родной. Госпожа, ну как нам быть? Как урок нам изучить? Завесу тайну нам открою, повторяйте все за мной. Мужчина подвига, за какой дорогой идет? Не шар. Одногорогий путь с собой, ты приготовь багаж такой. Второй путь. Thank you.
вас приготовлено видеооткрытка. Дорогой папа, поздравляю тебя с 23 февралем. Желаю тебе здоровья и мужества. Ой, папочка, желаю тебе, желаю тебе счастья, здоровья и успехов на работе. Поздравляю тебя с 23 февраля. Дорогой дедушка, поздравляю тебя с 23 февраля. Желаю тебе успехов на работе, чтоб ты никогда не болел, и мирного неба. Дорогой папа, желаю тебе вечного здоровья, счастья и успехов на работе, и чтобы у тебя никогда не было ссор с мамой. Дорогой папа, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и успехов на работе, чтобы у тебя никогда не было ссор с мамой. Дорогой папа, поздравляю тебя с защитой Отечества. Желаю, чтобы ты был сильным, были успехи на работе. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю счастья, здоровья и успехов в будущем на работе, чтобы цветочек пророс. Дорогой дедушка, я тебя поздравляю с 23 февраля. Желаю тебе счастья, здоровья, и чтобы у тебя было всего хорошего. Все самого хорошего. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю счастья, здоровья, чтобы у тебя вылечилась нога и никогда не было ссор с мамой. Можно? Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Советской Армии. Желаю тебе здоровья, чтобы у тебя все в жизни было хорошо, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы ты всегда был счастлив, чтобы у тебя много было денег и такого здоровья, что ни у кого нету. Дорогой папа и дедушка Витя, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам здоровья, счастья, любви, чтобы все ее желания исполнялись. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю тебе здоровья. Желаю тебе здоровья. Желаю счастья, чтобы у тебя все мечты сбывались. И самого... Все? Я тебя люблю. Хорошо. Бай-бай. Дорогой дедушка, я желаю тебе долгих лет жизни, счастья, чтобы все мечты сбывались. Я люблю тебя. Дорогой папа, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда был счастлив и чтобы ты защищал всех девочек и женщин. Дорогой папа, я поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю крепкого-крепкого здоровья, счастья, чтобы было много денег, успехов в работе. Я тебя люблю. Я хочу поздравить с Днем Защитника Отечества моего брата, дедушку и папу. Желаю, чтобы они были всегда сильными и никогда не уходили на войну. Поздравляю папу с праздником. И желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю, чтобы ты был здоровый, сильный. И чтобы ты никогда не болел. Конфеты дарил. Я тебя люблю. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю счастья, чтобы ты был здоровым, чтобы у тебя все было благополучно, все получалось. Желаю, чтобы ты всегда был веселый, в отличном настроении. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты
никогда не болел. И в этот день я хочу тебе пожелать такое поздравление. Папа, поздравляю с праздником мужским. В юности я знаю, охранял весь мир. Папа, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Желаю здоровья, счастья, чтобы у тебя на работе было много зарплаты. Дорогой дедушка, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Желаю тебе удачи, счастья, всего самого лучшего. И чтобы ты никогда не болел. Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем Советов, с Днем защитников Отечества. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и много новых впечатлений. И помни, что я тебя всегда люблю. Дорогой папа, желаю тебе счастья, здоровья, всего самого лучшего. Успехов в работе, пусть каждый день у тебя будет веселое настроение. И знай, что я тебя всегда люблю. Дорогой папа, поздравляю тебя 23 февраля. Желаю счастья, чтобы ты успехов в работе. И чтобы у тебя было много денег. Все? Люблю тебя. Брат, поздравляю и тебя с Днем защитника Отечества, чтобы ты был сильный и здоровый. Дорогой папа, поздравляю тебя 23 февраля. Хочу, чтобы ты всегда был здоровым и помни, что я тебя всегда люблю. Папа, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества, чтобы ты всегда был сильный, чтобы у тебя были успехи в работе. Чтобы у тебя с мамой были хорошие отношения. Папа, поздравляю. Ну, папа, я тебя поздравляю тебя 23 февраля. Желаю счастья, удачи, чтобы ты не болел и всего хорошего. Дорогой папа, поздравляю тебя с 23 февраля. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов во всех твоих делах. Еще я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. И пирожки какие вкусные, и маленькие, аккуратненько. А пирог какой красивый, как красиво он украшен. Посмотрите, сколько там и колосков, да? Что там еще есть?
и узоры разные. Ну-ка попробуйте все. Как, какие вкусовые качества пирога? Понравились? Ну, рассказывайте, какие. Вот. Насыпчатые, наверное, да? Вкусные, сладкие. Приятно поесть. Чудесно. Значит, девочки наши умелицы, да? Пироги наши или их не удались, правда? Я приглашаю. Ребята, ребята, маленькие ребята, сели и замолчали. Я приглашаю на сцену наших ведущих Олю Майдан и Надю Захарову. Рады встречи с вами снова. Продолжаем наш концерт. Вы готовы?
друзьям земным прощенья, наказать без сожаления. Я готова всех и сразу, и нашлю на них проказу. К тебе, о Гера, я взываю, колено пред тобой склоняю. Великим даром ты владеешь, судьбы вращаешь колесом, младенцев в небесах лелеешь и сеешь верость и добро. Хранишь учак семей земных, забыв о радостях своих. Жертвы мне не приносили, урожай не просили, ждет под небом священный мой засухи и летний зной. Деметра, воспета ты в песнях народа, ты мать земледелия, силой природы тебя одарила, земля, чтоб цвела, и поля, чтоб родили, зелень лугов и золото нив, запах чудес на цветущих олив. Всесильна ты, богиня святая, если ты рядом, не нужно нам рая. Перламутровой кожей, копною волнистых и светлых волос, мужей ты красотой неземной изводишь, любовью пытаешь, чтоб в муках жилось. Из мрамора высеку образ нетленный, я вечный твой раб, тобой презренный. Хотим вину мы искупить и щедро женщину дарить. Олива наш прекрасный дар, она и масло, и нектар. Прости, мужей, пожалуй, нужно. Войне положим мы конец, танцуем танец лучше дружно. Под музыку наших сердец.
Есть своя звезда на небе, которая называется «Одноклассница».
И когда вы будете расти, когда вам будет 16, 30, 50, 70, каждый из вас посмотрит на небо, покажет своей внучке, покажет своей дочке свою звезду. И эту звезду вам дарят ваши мальчики, еще совсем маленькие, но уже настоящие мужчины. И сейчас я прочитаю стихи, которые мальчики вам решили посвятить. И даже когда яркий свет дневной погасит звезды и разгонит тени, моя звезда сияет надо мной, спасая душу от пустых сомнений. Сейчас каждый мальчик под музыку очень нежную подойдет к девочке, которую он знает, подарит ей сертификат, поцелует ее в руку и выведет в центр зала. Я прошу вас, успешно, успешно! Bye.
от восторга, который меня переполняет, и вот от радости, что у нас есть такие умницы, мамочки и папочки, которые организовали для нас такой чудесный праздник. Ребята, вам этот праздник понравился? Да! Все было сделано для вас. Очень много сил положено, очень много стараний. И праздник этот удался. Наверное, сегодня и родители получили огромное удовольствие, и вы тоже. И сегодня радостно и весело здесь оказались. А я от этого всего и от всего сердца хочу поблагодарить наших дорогих ребят, наших дорогих родителей. Ну, во-первых, за внимание, которое вы мне оказываете. Спасибо вам большое. Хочу поздравить наших дорогих мужчин, пап, дедушек с прошедшим праздником Днем Защитников Отечества. Самое главное, хочу пожелать здоровья. Хочу пожелать быть достойным примером для наших мальчиков силы, мужества, решительности, быть надежным плечом и опорой в себе. А нашим мамам самого полного здоровья, нежности, весеннего настроения. Наконец почувствовать себя слабой женщиной в окружении таких прекрасных мужчин, мужей, братьев, отцов. От всей души поздравляю всех вас, и теперь уже и женщин, и мужчин, с праздником. Ну, во-первых, которые сегодня нам пришлось увидеть, во-вторых, которые нам предстоит еще отпраздновать, потому что мы все отдыхаем впереди. А от всей души благодарна вам за такой чудесный праздник и нашим строителям, и нашим ребятам за отличные выступления. Родители, согласны, правда, со мной? Папы и мамы, потому что это общая семейная жизнь. Здоровья вам, благополучия вашим семьям. Я к нас на принятии любви и славы вашим любимым. Я хочу каждого из вас поблагодарить в знак моего к вам доброго отношения, подарить свое сердечко. Ну как, частичку своего сердечка, каждого. Потому что мы, каждый ребенок очень талантлив. И грани этому таланту множество, а границ вообще нет. Поэтому пусть наши дети остаются такими же милыми, непосредственными, талантливыми. Я очень надеюсь, что у каждого родителя в сердце живет надежда о том, что его ребенок обязательно когда-то станет, ну, может быть, не слишком талантливым, не слишком популярным, но, по крайней мере, займет достойное место для талантливых и известных людей. Наши дети, я вам хочу сказать, на это способны. Каждый. Я вас всех люблю и благодарю.